Привет-привет. Посылочки из Китая поступают и поступают. Сегодня к нам поступил вот такой мелкий пакет, который я считал, что мы его уже потеряли, потому что с 12 числа он числится у меня на почтовом отделении. Сегодня 22-е, приходил, нету, извините, ничего не можем поделать, нету пакета, потеряли. Ну, смысл диспут открывать, если указано, что он поступил на наше почтовое отделение. Когда звонок? Здравствуйте, получите свой пакет. Прихожу, лежит мой пакетик. Так что вот так, ребята, не будете открывать диспут, если что-то боитесь. Ну, я не хотел открывать, потому что это проигрышное дело в том смысле, что если написано, что он поступил к вам на почту, то вы очень тяжело доказать китайцу то, что вы его получили. Ладно, меньше разговоров, больше видео. Вскрываемся. Заказывал оригинальные наушнички. Вот такие вот. Фабрика Китая. Такие телефоны используют на Samsung S5, Note 3. Это хорошая копия под оригинал. Ну, не знаю, посмотрим, протестирую. Только вот сегодня их получил. Получил 5 штучек, потому что у каждого телефоны, каждый хочет себе вакуумные наушники. Вот заказал для себя, для своего пользования. Так что, если кому-то интересно, хочет заказать такие наушнички, заходим ко мне в группу, присоединяемся, помогу купить. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.